Мишка один? Да, Мишка один. Я тебя принял. Аронит, Аронит, я Азов. Да. А ретро говорит, что Мишка один умеет стрелять. Давай его сюда. Мишка один, я ретро. Граниту на высоту, как понял меня, прием. Понял. Давай, подпиши. Мишка один, я Гранит, прием. На приеме. Выходишь из-за посадки, поворачиваешь налево. Посреди поля будет стоять солдатик. Он покажет, что делать. Принял. Мишка 2, РСО прием. На приеме. Установите крутую позицию, устраняйте неисправность, прием. Детка, уже до вытаровки? Да, ТВ. Так на свою старую позицию установите, устраняйте неисправность. Как понял меня, Мишка 2. Ретро, я Гранит, прием. Гранит, я ретро, прием. Ювелир вернулся? Нет, заповеди не было. Мишка один, я Гранит, прием. Ты видишь его? Мишка один на приеме. И цель видишь? Цель не бачу. Не бачу, бачу ориентиры, цели не бачу. Так спустись ты, блядь, вниз, на 300 метров еще съесть. И стой, блядь, на месте. Сейчас пристрелят тебя нахер. Есть 300 метров вперед! Мишка, 55-й прием. Ты бачишь, слева от горба высокий столб такий посеред села. Про який горб кажеш, ты бачишь, який горб? Все село, справа от села горб. И слева почти сразу самый высокий столб на селі. Бачу, там біля нього якась пустка. Оце під цим столбом слева, план, бачиш? За цим столбом слева бачу якусь, якесь строєння. А чуть-чуть лівее бачиш, що поле виділяється? Бачу, виділяється жовте поле і зелене бачу. Слева от столба, то поле, одна висока, то поле. Погод. Так, только заткнулись. Мишка один. Я, блядь, еще раз говорю. Ориентир две башни. Две водонапорных башни. Справа, внизу, под ними. БТР, вот цель. Ее уничтожить. Я Гранит, прием. Пустое? Да. Мишка, я Гранит, прием. На приеме. Ты видишь, блядь, вообще село то? Бачу башни, бачу поле строения возле высокого столба. Так, стой. Открой люк, вылези на улицу. Я на улице. Гранит 251, сейчас мой наводчик ему побежал, сейчас покажет. Закопанный пулемет. Видишь его? Посмотри, Гранит, не принял тебе. Пулемет, видишь, закопанный? Пулемета не наблюдаю. Вон, сзади тебя солдатик бежит. Сейчас он залезет. Скажи ему, чтобы он показал тебе, где забава стоит. Едь к забаве. Мишка, ты видишь, где забава стоит? Не выйду, надо встать назад, мы сейчас назад стоим. Блядь, спроси у солдата, где забава стоит. И едь туда, к забаве. Сел два кардана. К вам? Мишка, я Гранит, прием. Гранит забавить? Да. Я, блядь, машину тут руками и ногами на дороге напротив него стою, отсюда охуенно видно. Мишка, я Гранит, прием. Я на приеме. Ты видишь две водонапорные башни? Не здание, блядь, с огромной вышкой, а две водонапорные башни. Мишка, ты их видишь? Вижу, Гранит, подожди. Мишка, я Гранит, прием. На приеме. Скажи мне, блядь, что ты видишь, пожалуйста, скажи, что ты видишь. Гранит, давай. Да. Я Гранит, прием. Блять, проедь нахуй вправо, блять. Там стоят два солдата, ждут тебя, блять. Хули ты встал, блять. Проедь вправо, блять.
Запало, запало я гранит прием. На прием. Разобрались, показали. Денис-то, да? Да, так работает. На прием. На 4 часа наблюдаю там. Азова, выходи. Азова. Азова, Азова, я крапочку. Азова на приеме. Вижу там, на 4 часа. Какая дальность? Метра два, где наша колонна? Водишь там. Ну правильно, краб, смотри за ним, это наши идут, блядь. Это наши. Их должно быть чуть больше, чем еще пока один стоит. Краб, я тебя понял, принял. Точка 3, Днепру. Точка 2, говорит, ведут огонь, район перекрестка, там где оставить. Полк, ну эти самые, бетер, короче, в районе поворота. Ты понял координаты? Плюс, БТР выскакивает. Да-да, оттуда левее, то от перекрестка немножко левее. Тишина тур, точка 3 подтверждаю. Так, мужики, объявляю всем, я только что разговаривал со штабом 93-й. Комбатом вот этим, блядь, который Моторолой ручкается. Так вот только что он ответил мне. На ООН не отвечать. Это так, чтобы вы понимали. Происходит. В этом столбе пенсия, блядь. Когда пусть этот пидорас, ебать, везет нахуй, блядь. Не дай бог, конечно, вот такое случится, ебать, наших пацанов домой, сука. Происходит, я сейчас перешел в реформе на охоте и отвечаю, раз такой мои, блядь. Приявый, блядь. Цей воздух нахалит тут у нас укол, блядь, и цепить тут усыливается на целое зрелище. Сторона нарушила перемирие. Ребята, я вас поздравляю. Слышь, иди ты нахер, блядь, когда я отсюда вас пиздую, то это что, блядь? Так. Нахер, это, блядь, тебе не лист говорит сейчас, понял или нет? Я точно даже сейчас стою на постукленный, в меня точно даже стреляют, блядь. Вау. Блин, страдаешь, так сложи оружие, блин, и иди домой.